Семинарская открыта. С понедельника здесь возобновлено движение транспорта. Это завершился первый этап реконструкции теплосетей. Открытие движения значительно разгрузило этот район от пробок. Так, свою работу в прежнем режиме начали 198-я, 146-я, 115-я маршрутки, а также 17-й трамвай. Напомню, для одесситов ремонтные работы на Канатной – это уже как традиция, перекрывают каждый год. В этом году начали 3 сентября и по плану должны закончить до 15 октября. Но полтора месяца перекрытого трафика на этом участке дороги означает полтора месяца без конечных пробок. Одесса уже и так стала чемпионкой среди больших городов Украины по количеству пробок, обогнав даже столицу. Но все же это не единственная проблема такой антипобеды. Ведь ремонт на Канатной обнажил старые городские проблемы с транспортными развязками, которые пока не могут решить ни чиновники, ни специалисты мэрии.